Изморозь 30 мм и более, а также гололед сегодня прогнозируется в Нижегородской области. Предупреждение о вероятности чрезвычайных ситуаций распространили в управлении МЧС. Нижегородцам стоит быть осторожнее сегодня. Возможен рост количества случаев травматизма из-за падений на льду. Будьте внимательнее при переходе проезжей части. Не перебегайте дорогу вблизи движущихся машин. В такую погоду лед нарастает на любых открытых поверхностях, в том числе на деревьях, проводах. Нижегородцам рекомендуется держаться в стороне от линии электропередач, деревьев и слабо укрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.